Привет, друзья! О боевой работе на Украине рассказал один из российских снайперов 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. Для защиты от дронов и тепловизоров снайперы используют камуфляж с покрытием, защищающим от тепловизоров. Наша работа такая специфичная. Работаем на южно-донецком направлении. Были выезда в Урожайное, где наблюдали, пытались найти место для работы. Лежали в поле под пончами, теплоизоляционными накидками, то есть они не дают вражеским тепловизорам как бы обнаружить тепло тела. Наблюдали, работали. Также на других направлениях были такие работы, когда приходилось молниеносно срабатывать на отработку. Мной был ликвидирован вражеский гранатометчик, то есть на позициях сразу же начинают искать, откуда был отработан выстрел, начинаются поиски, небо жужжит, как муравейники. Мы выдвинулись на позицию, заняли позицию, снайпер и корректировщик, он же наблюдатель, он также может вести прикрытие снайпера подавляющим огнем. Мы выдвинулись, перешли на позицию, замерили метеоусловия метеостанции, ветер, влажность, давление, температуру. Стрелок все вел в данные прицела, готов к работе. Я как наблюдатель смотрю за полем. Учитываем все в основном. Ветер, атмосферное давление, также с какой стороны солнце, либо луна, то есть любой свет, чтобы не было бликов от оптики и от предобъективов. В основном терпение, ждем, выжидаем, как покажется противник. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.